лица, вернувшиеся на территорию Российской Федерации, могут оформить больничный дистанционно. Вся процедура оформления документов займет у вас несколько минут. Чтобы оформить больничный, выполните три простых действия. Зайдите в личный кабинет на сайте Фонда социального страхования, заполните электронное заявление, приложите к заявлению сканы загранпаспорта с фотографией и с отметками о выезде, билеты или фото документов, подтверждающих факт совместного проживания с лицом, вернувшимся на территорию Российской Федерации. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на всех совместно проживающих работающих лиц. Специалисты Фонда социального страхования оперативно отправят ваше заявление в медицинское учреждение и свяжутся с работодателем. Электронный лист нетрудоспособности выдается сразу на 14 дней и будет оплачен двумя частями. Первая выплата поступит за первые 5 рабочих или 7 календарных дней, вторая – после закрытия больничного листа. Электронный лист нетрудоспособности имеет точно такую же юридическую силу, что и его бумажный аналог. Все граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, обязаны оставаться дома в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Нарушая режим самоизоляции, вы подвергаете опасности окружающих.